товарищи, спонсор образования, Спортлиг Татарстан, Рамир Натович, связи с другом автомобиле. Сейчас я находимся в нашем спортивном центре, где мы работаем по среду. У нас идет это в основном два направления, это фитнес и улица. Это тактильно, с ощущениями, и сейчас акустически. Данные должны нам мартуме. Расположена она под таким наклоном, что удобно также на инвалидной коляске подъехать, и то есть стоячего человека. У нас несколько вариантов, в чем удобство, например. Поехать в коляске, но, собственно говоря, нажимаем. Можем несколько прям сразу набрать видов услуг и получается, как бы, он ожидает уже именно по всем. То есть сервис готовится, сразу по этим видам услуг и работает. Какие удобства есть для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями? То есть бывают такие случаи, когда инвалиды приходят с тростями, у нас есть держатели для тростей. Бывают такие случаи, когда инвалиды приходят на колясках, стол оборудован с подъемником, он, то есть, поднимается и опускается. То есть, допустим, если инвалид не может сидеть, ну, после операции, не знаю, проблемы с ногами, то мы стол поднимаем, они могут заполнять заявление стоя. В основном заявление, если они плохо пишут, мы уже за них сами заполняем заявление, они ставят подпись, соглашаются со всем. В принципе, все. Аппарат вот для... Да, и у нас есть интеграционная петля, бывают люди с ограниченными возможностями, которые плохо слышат. То есть, они берут специальный наушник, кладут его к уху, нажимают, а специалист стоит, то есть я уже говорю, в микрофон. И там как-то преобразуется что-то, звуковые волны преобразуются, и они уже хорошо слышат. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».